Видел я грамоты от патриархов тобой привезенные. Да не затем тебя посылали. Отчего не приехал патриарх Нектарий? У нас весть была, что он едет. А он и приехал бы. Да в ту пору в Ясах купец из греков наговорил Нектарию, что патриарх Никон великий друг грекам. Нектарий и раздумался. Уговорить надо было. Уговаривал? Да как уговаривал? Ради моих уговоров патриарх Нектарий на своей грамоте приписку сделал. Ежели Никон трижды не явится на собор, его можно и заочно судить. Ведомо нам, что письма побывали в руках у запорожских казаков. А может, и еще в каких? Листы истинные. Целую Евангелие, коли не солгал. Глаголю во все концы мира. Подпись патриарха Дионисия подлинна. А вот Нектарий с Паисием по иному руку прикладывают. Охи! Охи! Автомесикофандия! Навет! Вселенские патриархи не желают суда над Никоном. Распря между христианскими пастырями руняет величие православной церкви. Христиане дерутся, мусульмане радуются. Мне ведомо, что патриархи Милетия не приняли. Милостыни государевой не взяли. Вот Милетию пришлось самому сочинять эти грамоты. Мегалиотате, то на апандишо, что псема семени оти киридон оти наспили алифа. Великий государь, отвечать на ложь, значит пятнать непорочную правду. Дело для меня недостойное. Позволь, великий государь, удалиться. Пойду помолюсь за бедного Афанасия Иконийского. Да уж ступай. Все ступайте, немирные вы люди. Не дает мне Господь слуг умных и честных. Влезь в него, в Милетия. Он ведь и впрямь может грамоты подделать. Опять нас с Ником за пояс заткнул.